что хотите добавить, что улучшить, и предложение, просьбы. Центральная площадь поселка Старый Городок – одно из мест притяжения местного населения. Здесь расположены детский комплекс, баскетбольные и футбольные площадки, скейт-парк. Глава муниципалитета Андрей Иванов обсудил с жителями благоустройство этой зоны отдыха и наметил план дальнейшего развития. На самом деле это центр для молодежи, особенно вот для таких ребят. Да, обсуждаем просто как раз с жителями скейт-площадку. Вот она уже подозначилась, подустарела. Ну, это вот как в центре города, Андрей Иванович. Да, скорее всего, вот мы уже не первую территорию объезжаем и везде сталкиваемся с недолговечностью этих площадок. Может быть, ее сделать в бетоне сразу, раз уже и на несколько лет. Необходимо, чтобы игровая зона попала в программу губернатора Московской области по замене и установке современных игровых городков, подчеркнул Андрей Иванов. Ведь территория в Старом Городке была благоустроена в 2013 году, и за это время все элементы уже устарели. Екатерина Крамер, телекомпания «Одинцова».